Друзья, всем привет! Такой коротенький видосик, может кому-то нужно. Есть 6 комплектов звезды цепь, уже сваренными, проточенными вот этими флянцами, вертолетами, вот такими. То есть я их обрезал, он их целое ведро проточил и вварил. Остается только прикрутить на коробку, поставить звезду на редуктор, накинуть цепь. В комплекте метр цепи, на каждой цепи идет полузвенок, соединительное звено. Вот это эти звезды, значит, 11-28. Эти два комплекта 26-13. Вот они у меня такие же стояли, мужики. Вот этот комплект, который у меня стоял, я его снял, тоже могу его отдать кому надо. Но здесь 80 сантиметров цепи. Это остаток, также соединительное звено, полузвенок. Я себе поставил вот такой комплект. Потестирую еще, замедлил его. И 12-24, также понижение в два раза. Все новые и на всех метр цепи, кроме вот моего бэушного. Ну, ему еще ходить и ходить. Значит, проточные вертолеты, вваренные звезды. Остается только прикрутить. Эти я не вваривал, потому что вот крупный шлиц, да, в основном. Но бывают попадаются коробки с мелким шлицом. Если кому-то надо с мелким шлицом, могу либо вот на 13-26 поставить, либо вот на 12-24. Вот этот комплект хороший чем? Можно поставить коробку ближе к земле, да, занизить центр тяжести, то есть уже будет все покомпактнее. Плюс звезда будет и выше от земли. Вот, как-то так. Ну, потестю пока на своем тракторке вот этот комплект. Вот такие комплекты я ставил на желтую переломку. Франкенштейн у меня катался, но там стояли звезды. Катается даже где-то. Стояли звезды 19 и 16 зубов. Также эти звезды стояли на половине трактора, который я делал человеку. Помните, да, видосик «Половина трактора»? Там такой же комплект был установлен. И такой же комплект установлен на последнем тракторке. Видели? Также ж, 13-26. Толщина звезд 9 мм. Всех. Абсолютно. Как-то так. Все это вареное полуавтоматом. С этой стороны сварку не обрабатывал. Обрабатывал только с этой стороны, где прикручивается гайка. Здесь до цепи не достает, да и мяса побольше будет. Как-то так. Все, мужики, кому надо, пишем, звоним. Вот как есть, вот так вот и отдам. Не буду я их менять местами, все дела. Понижение в два раза. Понижение в два раза, понижение в два раза. Здесь уже сами считайте. 11-28. Все, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.